Танечка, что ты хочешь нам сыграть? Я сыграю конец от дурного полонеза. Хорошо, но потом еще сыграет октавный этюд. Хорошо. Ты будешь играть в прелюдии Рахманинова, да? Да, буду играть. Ну, играй, я буду. Яша, сыграй нам финал из третьего сердца Шикарского. Яков Зак стал первым триумфом Нейгауза как педагога. Он подготовил его к участию в международном конкурсе в Варшаве. Тогда, в середине 30-х, не было такого количества конкурсов, как теперь. И любая поездка за границу была редкостью. Первую премию на конкурсе получил пианист Яков Зак. Вторую премию получила Роза Тамаркина. Тамаркина не была ученицей Нейгауза. Она занималась в классе другого великого педагога, профессора Гольденвейзера, но часто приходила к Нейгаузу, ведь двери его класса были открыты всегда. Маргарита Федорова сдает этюд Скрябина профессору Генриху Нейгаузу. Можно бы немножко живее. И затем в конце здесь у Скрябина указано больше акселерандо. И эти басы немножко суше, немножко меньше педали. И потом акселерандо до самого конца. Нас ускоряет до самого конца. Конечно. Ну вот, примерно. Thank you.